И печальная новость. Вчера днем, недалеко от поселка Деревянное, при выполнении прыжка с парашютом с километровой высоты погибла 22-летняя Ирина Гагарина. При отделении от вертолета Ми-8 она зацепилась стабилизатором за ручку двери, что привело к нераскрытию основного парашюта и гибели девушки. Это был ее первый прыжок. Данным происшествием занимается прокуратура. Мы же приносим наши соболезнования родным и близким Ирины.